В Башкортостане уровень загрязненности воздуха за год увеличился почти в 1,5 раза. Об этом сообщает Управление Роспотребнадзора по республике. Чаще всего концентрация вредных веществ превышала нормы в 6 городах и 1 районе республики. Самый грязный воздух в Салавате. Второе место в антирейтинге занимает Уфа, замыкает тройку Стерлитамак. Чаще всего в атмосфере фиксировали превышение ПДК этилбензола, гидрохлорида и оксида азота. Связано это с тем, что причины, в первую очередь, это отсутствие федерального экологического надзора в нашей республике. А оно, в свою очередь, связано, вот это отсутствие, с тем, что у нас были ковидные ограничения, а сейчас, в прошлом году ковидные ограничения по плановым проверкам предприятий малого и среднего бизнеса. При этом, по словам экспертов, концентрация некоторых вредных веществ в воздухе сократилась. Этилбензола в 2 раза, диметилбензола в 5, формальдегида в 15 раз.